Понимаю. Итак, мы пришли в Olive Garden. Знакомьтесь, это Мариночка. Это Ричард. Hi, Richard. How are you? Они живут в Англии, приехали из Англии проведать меня. Можно заказать все по телевизору, классно. Ну что, нам опять конфетку принесли. Смотрим, что нам. 7 с копейками. Так, 7,98. 7,49 стоит обед. 49 это 6,5% налог. Итого 8 долларов. Ну, понятное дело. 10 долларов даешь с типами. И типы, кстати. Опять же. Ну все. Оставляем прямо здесь. Все. Email. Print. Print. Ух ты, он мне сейчас даже. Меню. А, они хотят сюрвей. Survey. Highly satisfied. Highly. Wonderful. Thank you so much. Highly satisfied. Yes. Yes. Я нет, но вы допробовали вино. Ой, слишком много вопросов. Все. Хватит. Too much questions for $2. Highly. You have to get some new glasses. Впервые мы теперь оставляем наши эти. Что нам тут понравилось? Супер, супер, замечательно. Уже какие были вкусные супы. Я красных супов сейчас. Я в прошлый раз была красные супы ела, а сейчас я взяла белые супы. Какие вкусные. Какие? Ну, nice. Wonderful. Как вкусно наели. Булочки горячие. Do you like food? Этому ресторану идем к другому. Боже, мне привезли такую красоту, Лондон. Все, еду в Лондон. В Англию точно еду. Я приеду обязательно. Ты мне ставишь адрес, я приеду обязательно. Ну, не зимой, конечно, потому что зимой я не могу. Только мне только весной вот так. Ты скажешь, когда ты не работаешь, пару дней это. Все, спасибо за приглашение. Ура, еду в Лондон. Конечно, одежда здесь дешевле. Тут все дешевле. Это мы сейчас идем разговариваем с Мариной, она говорит, конечно, одежда, я же тебя просто сколько выбивала, просила, думаю, ну скажи же, Марина, цены, ты говоришь, то же самое. Ну, вот же первый самое. Раз ты сказала все-таки, да. Что все-таки тут дешевле. Дешевле. Да. Это не потому, что я этого хочу, а потому, что я это точно знаю. Так, что мы ищем? Мы ищем кроссовки. Это мы зашли в магазин, называется Дик, спортивный магазин, абсолютно новый, недавно открылся. А вон, давай мальчика спросим. У Марины отличный английский язык, она всю жизнь преподавала. Она преподавала, была учителем английского языка. Сейчас она в университете. Сейчас спрошу, в каком университете она работает. Марина, в каком ты университете работаешь? Университет Бирмингема. Бирмингем. Университет Бирмингема, да. Ты преподаешь там, ты преподаешь там английский язык? Я преподаю академический английский. Вау, ничего себе. Вот так. Меня получишь сегодня. Куда денешься с подводной лодки? Расскажи.